Доброго времени суток. Как и обещала, показываю мои всходы колеуса, эустумы и гелиотропа, также буду сегодня их пикировать. В грунт добавлю по одной таблетке глиокладина. Для пикировки буду использовать рыхлый питательный, но очень вкусный грунт. Беру с небольшим комом земли, чтобы меньше травмировать корневую систему. И аккуратненько пересаживаю. Как видите, эустома взошла у меня 100%, все 10 семян. Колеус тоже замечательно взошел, даже пришлось немного его прореживать. А вот гелиотроп взошло всего 3 семечка. К нему, видимо, нужен какой-то особый подход. Ну что ж, будем работать над этим. Эти два сорта эустомы карликовые, они всего 10-15 сантиметров высотой. Поэтому развиваться они, конечно же, будут не так быстро, как высокорослые эустомы. Корневая система у колеуса уже более развитая, чем у эустомы. Также беру с комом земли и аккуратненько пересаживаю. Проливаю водой с добавлением HB101 для того, чтобы снять стресс и стимулировать рост. Первые пару дней подержу их под закрытой прозрачной крышкой и поставлю, конечно же, не на прямые солнечные лучи. Потом перенесу под лампу, и крышечку можно будет уже снять. Как я и говорила, все очень просто. Теперь наблюдаем, растим, подкармливаем и любуемся цветением. Всем желаю здоровья, душевной доброты и мирной жизни.